Помните, был такой Андрей Белоусов, новый путинский министр обороны. Ох, сколько было шуму, когда его в мае месяце назначили на этот пост. И вот как быстро летит время. Прошло уже 100 дней работы Белоусова на этой должности. Это вообще всегда такой знаковый срок для оценки хотя бы каких-то первых результатов работы чиновников на важных постах. Есть ли эти результаты у Андрея Белоусова? Вот мы сейчас с вами об этом поговорим. Это Владимир Милов, и я хотел бы просто вам для начала напомнить, сколько мы услышали всякого шума, даже от разных уважаемых, и в том числе независимых и антипутинских экспертов и комментаторов, о том, какой Белоусов классный, замечательный профессионал, как он быстро наведет порядок в российском Министерстве обороны, победит коррупцию, сделает российскую армию эффективной, и чего только мы тогда в мае месяце не наслушались. 100 дней, больше 3 месяцев прошло, и это хороший повод подвести итоги, чего добился Белоусов на этом посту, вообще было ли его видно, было ли его слышно, что там происходило и чего от этого стоит ожидать в плане последствий для путинской войны против Украины. Вообще, это такая довольно редкая вещь для любого чиновника, когда проходит 100 дней с его назначения, и каких-то новостей или вот серьезных заметных действий по изменению ситуации, в общем-то, особо и нет. Я могу сказать это по своему опыту, я чиновником тоже был, у меня много там знакомых, которые до сих пор работают в российской власти, и они всегда вот трепетно к этой дате относятся, пытаются что-то подобрать, какие-то вот достижения, чтобы их продемонстрировать там начальству и окружающим, показать, что они что-то делают, зачем-то полезны и нужны. Например, когда 12 лет назад министром обороны назначили вот того самого пресловутого Сергея Шойгу, то движуха там была довольно большая. Я не скажу, что то, что делал Шойгу, это было эффективно, но было очень заметно, что он прям пытается там что-то поменять в министерстве. Он, в частности, инициировал массовые пересмотры сделок с недвижимостью, которые проводил предыдущий министр Анатолий Сердюков. Его тогда обвиняли в коррупции. Ну и, кроме этого, Шойгу вернул военные вузы в ведение главкомов. Он остановил там передачу из ведения Минобороны военных поликлиник и госпиталей. Он остановил решение Сердюкова о том, чтобы укрупнить военные аэродромы и создать на их базе несколько, там, по-моему, 8 крупных военных авиабаз. Там было очень-очень много разной движухи. То есть Шойгу так задвигался и всячески показывал, что вот он готов что-то делать на посту министра обороны. Если вспоминать дальше, то вот и его предшественник Сердюков прямо очень сильно вот проявил себя буквально в первые несколько месяцев довольно радикальными изменениями в министерстве. Я сейчас не оцениваю эффективность всего этого, но просто говорю вам, что обычно чиновники в первый период своей деятельности вот стараются хоть что-то из себя продемонстрировать. На этом фоне Белоусов выглядит просто абсолютным контрастом. Потому что я не могу припомнить никаких серьезных действий, которые вот за эти 3 месяца он совершил бы для того, чтобы изменить ситуацию в Минобороны. Может быть, вы мне подскажете? Пишите в комментариях. Может быть, я ошибаюсь, и что-то было. Вот единственное, что я могу припомнить, это скандальный указ о запрете военнослужащим использовать смартфоны, которые на самом деле для них на фронте просто как глоток воздуха, потому что система коммуникации и навигации нормально не работает, и смартфоны им просто нужны, чтобы ориентироваться на местности. Это настолько очевидно, что власти были вынуждены уже в Госдуме после принятия этого закона в первом чтении вносить в него поправки, потому что поняли, что накосячили. То есть уже вот первый опыт каких-то кардинальных преобразований под руководством Белоусова, он получился довольно скандальным. Чего-то более серьезного припомнить я не могу. Вот много говорили о том, что Белоусов якобы будет бороться с коррупцией. Серьезно? Не смешите меня. Ну, мы видим сейчас, что власти максимально интенсивно арестовывают бывших заместителей и сотрудников Минобороны во времена Сергея Шойгу, там подрядчиков всяких и такое прочее, но, во-первых, здесь я хочу сказать, что занимаются этим совсем другие ведомства, там ФСБ, Следственный комитет, прокуратура и так далее.
Кроме этого, как мы знаем по массе предыдущих примеров, вот такая компанейщина с арестами, она не приводит к какому-то серьезному снижению коррупции. Ну, коррупция просто эндемична для российской власти, она органически вросла в систему, там воруют все, без этого просто нельзя. И поэтому, если посадить одних и на их место поставить других, то нет никаких причин. Там же не появляется какая-то публичная ответственность, общественный контроль, прозрачность тендеров и так далее. Да? Поэтому ворую не хочу. И вот нет никаких причин считать, что просто посадка одних чиновников и замена их на других приведет к каким-то качественным результатам. Так при Путине никогда не было, хотя сажали многих. И вот, собственно, по поводу того, будет ли во времена Белоусова в Минобороны происходить серьезная борьба с коррупцией, очень хорошо говорят назначения новых его заместителей. Это произвело в свое время некую мини-сенсацию и вызвало большой вой так называемых Z-блогеров и военкоров российских, которые хотели бы, чтобы Россия каких-то начала добиваться успехов на поле боя, но вот никак у них это не получается, и они действительно ждали какой-то мощной антикоррупционной кампании при Белоусове, но все это рассыпалось в прах, когда стало понятно, кто вот эти назначенцы на посты его новых заместителей. Об этом без смеха говорить невозможно. Мы вот с Майклом Наки в свое время выпустили там отдельную экономическую сводку, где подробно разбирали, кто такие вот эти вот новые заместители Белоусова. Но об этом стоит несколько слов сказать. Первое, конечно, это гражданка Цивилева, племянница Путина, которая вместе со своим мужем разворовала весь Кузбасс. Огромный угольный регион. И, собственно, вообще это вот большой вопрос, что эта дамочка делает в Министерстве обороны. Но коррупция, это слово просто написано у нее на лбу. Следующий товарищ, это бывший первый заместитель министра финансов Леонид Горнин или Горнин. Он работал там все 12 лет, пока вот Сергей Шойгу, предшественник Белоусова, возглавлял Минобороны. И Леонид Горнин, он курировал как раз в Министерстве финансов вот тот самый оборонзаказ и военные закупки. Вот, внимание, на всех документах, которые подписывали те вот замы и сотрудники Шойгу, которых сейчас за коррупцию вроде как арестовывают, на всех этих документах о выделении средств стоит подпись Леонида Горнина, потому что он прикрывал всю эту шойговскую коррупцию, сидя на посту заместителя, а потом первого заместителя министра финансов. Ну вот вопрос, это что, тот человек, который каким-то образом кардинально изменит положение дел? Ну, конечно, нет. Следующий товарищ там это Павел Фродков, сын бывшего премьер-министра и главы службы внешней разведки Михаила Фродкова, который, в общем-то, особо ничем не известен, но последние вот десятилетия его трудовой биографии, они прошли в таких структурах, как Росимущество и управление делами президента. У меня, знаете, такой риторический к вам, философский вопрос. Но вот скажите, где, если вы хотите найти человека, который с коррупцией был никогда не связан, и у него чистые руки, и он поставлен на то, чтобы коррупцию победить? Где таких искать? Ну, наверное, конечно же, в российском агентстве по управлению федеральным имуществом, где никакой коррупции даже в принципе не может быть, правда же? Или в управлении делами президента. Там, наверное, работают люди с самыми чистыми руками в стране. Еще один назначенец – это какой-то непонятный мутный политтехнолог из 90-х по имени Олег Савельев. Вот про него известно, что он на тех самых пресловутых выборах 1996 года работал в штабе Бориса Ельцина. Знаете, я тут уже просто даже промолчу, учитывая все дискуссии последнего времени. А вот последние 10 лет он в аппарате правительства курировал Крым. Конечно, там нет и не может быть никакой коррупции, ничего не разворовали и все такое прочее. После этого он работал в Счетной палате. Это орган, который в 90-е годы создавался как орган парламентского контроля над исполнительной властью, крупными госпредприятиями. Но очень интересный момент, что за все эти годы Счетная палата ни разу и никак не проявила себя вот ни в одной коррупционной истории как орган, который действительно скрыл какие-то серьезные коррупционные нарушения. Например, известная история, как Алексей Навальный примерно там 15 лет назад опубликовал материалы проверки компании «Транснефть» Счетной палатой, где были вскрыты многомиллиардные хищения. Так вот, этот отчет на самом деле был засекречен. Навальному-то удалось его достать практически чудом.
И счетная палата потом отрицала, что все это есть, хотя вот документы были налицо, и говорил, нет, в Транснефти все хорошо, там никто не ворует. Поэтому счетная палата это скорее такой орган покрывательства коррупции, чем борьбы с ней. Ну вот примерно такой замечательный букет новых заместителей Белоусова. Опять же, сказать, что они, как их новоиспеченный министр, чем-то себя проявили на этом посту, ну не знаю, может вы знаете, сообщайте в комментариях. При этом проблемы, собственно, в российской армии носят какой-то невероятный масштаб по абсолютно всем направлениям и никак за это время не решались. Вот мы недавно для вас об этом снимали большое видео про кризис в российской армии, и там видно, что, в общем, эти кричащие проблемы, они существуют везде, что военная промышленность работает почти с нулевой рентабельностью. Об этом вот буквально в мае месяце в интервью РБК говорил глава Ростеха, это крупнейший российский производитель вооружений, Сергей Чемезов. И он жаловался, что если не решить эту проблему, по сути, не выделить кардинально больше денег на военку, то долго военная промышленность так не протянет, и вооружение, и военную технику в нужном объеме производить не может. В последнее время мы стали свидетелями очень таких громогласных выступлений разных российских функционеров, которые говорили о том, что система снабжения российской армии развалена, солдаты побираются, вынуждены покупать себе все за свой счет, и официально организованное снабжение попросту не работает. Ну и кардинально не хватает им денег на выплату денежного довольствия военнослужащим. Тут, во-первых, есть та проблема, что люди не идут подписывать контракт с Министерством обороны, и мы видим вот постоянно это кардинальное увеличение ценников за подписание контракта. Цифра уже превысила 2 миллиона рублей, хотя 2 года назад составляла всего 200 тысяч, то есть рост более чем в 10 раз за 2 года. Очевидно, это отражает то, что вот у них большие проблемы с набором кадров на войну за деньги. Ну и само денежное довольствие, оно быстро худеет, потому что инфляция бьет все рекорды. Вот очень интересно, я так смотрел, как Белоусов будет все эти проблемы решать. Они были очевидны еще вот в момент его назначение, но я думаю, вы согласитесь с тем, что за минувшие 3 месяца не сдвинулось ничего. То есть вообще ничего по решению вот каких-то этих кардинальных перезревших проблем армии. С другой стороны, это в общем и хорошо. Чем хуже Путин будет воевать в Украине и быстрее потерпит поражение, тем лучше будет для всех нас и для всего свободного мира. Ну вот просто интересно, потому что я вспоминаю, как нам вот пели эти песни в мае месяце о том, какой Белоусов суперпрофессионал, суперэффективный менеджер. И что мы видим? Мы видим, что за 100 дней своей работы он не смог решить никаких серьезных проблем армии. Ну и, конечно, вот эти первые месяцы руководства Белоусова, они были связаны с очень серьезными проблемами, которые предсказуемо возникли у российской армии на фронте. Для начала полностью провалилось наступление в Харьковской области, которое начиналось весной в мае месяце. И если вы вспомните заголовки тогдашнего времени, то прям вот говорили о том, что Россия чуть-чуть не завтра возьмет Харьков. Но, тем не менее, были понесены огромные потери, в общем, никакого существенного территориального продвижения не было, наступление это захлебнулось. С другой стороны, вот в последние пару недель возникла эта ситуация с очень быстрым продвижением армии Украины в Курской области, где захвачено более 1000 квадратных километров российской территории, и Россия ничего не знает, что с этим делать. Да, Россия, с другой стороны, как-то продвигается в Донецкой области, но, тем не менее, все равно ценой огромных жертв, мясных штурмов, и видно, что она не может снимать оттуда боеспособные части для того, чтобы перебросить их в Курскую область, Белгородскую и остановить наступление армии Украины, просто потому, что не хватает кадров. Это вот ровно та проблема, о которой говорил Белоусов в Совете Федерации в мае месяце, когда его утверждали министром, но решить он эту проблему никак не смог. И видно, что сейчас вот сложности с комплектованием кадров для того, чтобы российская армия хоть как-то отбивалась в Курской области, ну, они огромные. Белоусов никак не смог решить эту проблему. Таким образом, вот даже военный фон этих 3 месяцев, он ужасающий. В Харьковской области наступление провалилось.
В Курской Белоусов демонстрирует полную беспомощность. Вообще, очень характерная история, что вот все эти дни, когда украинская армия быстро наступала и захватывала десятки населенных пунктов и многие муниципальные районы в Курской области, Белоусов из поля зрения как бы вообще пропал. Он где-то появлялся там статистом на совещаниях с Путиным, но в воздухе повис такой большой вопрос: в России вообще есть министр обороны или его нету? И вот таки в начале минувшей недели он нарисовался и выступил с некой речью на форуме «Армия-2024», где вот, что вы думаете, о чем он говорил? Что сейчас мы возьмем ситуацию в Курской области под контроль, быстро вернем себе территории, у нас есть план, мы знаем, что делать. Нет. Он нес какие-то прожектерские глупости про то, что нам в армии нужно развивать роботизированные комплексы, современные вооружения и искусственный интеллект. И тогда мы победим на поле боя. Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое – это обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего высокоточным оружием. Второе – это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов. Третье – это создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. И четвертое – это постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом командного состава. Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Там очень интересно физиономически просто взглянуть на посетителей вот этого форума. Там, кстати, сидел там и генералитет, и руководитель российского ВПК. Ну, видно, что они так смотрят на это все. И, конечно же, все ждут от министра обороны ответа на вопрос, а что вы будете делать с вот этим молниеносным и успешным наступлением украинской армии в Курской области. А ничего, нет у них ответа. Какая-то болтовня про роботизированные комплексы и искусственный интеллект. Ну и про современные вооружения, откровенно говоря, это все даже уже просто, ну, уши вянут слушать, потому что мы знаем, что все эти вооружения, которые последние десятки лет российский ВПК разрабатывал, ну, все это не ездит и не летает. Танк «Армата» не хотят принимать на вооружение. То же самое с истребителем как бы пятого, а на самом деле не очень пятого поколения Су-57 и так далее. Никаких современных вооружений в российскую армию никто поставлять и не планирует. Основным оружием сейчас стал танк Т-62М, который Советский Союз перестал производить в 1975 году. Товарищ Белоусов, ну вы что, серьезно, какой искусственный интеллект? Просто посмотрите на то, что реально происходит в вашем военном ведомстве. Ну и, конечно, это вот был такой главный кричащий вопрос все минувшие пару недель, когда украинская армия быстро захватывала огромные территории в Курской области, больше, чем вот Россия продвинулась, скажем, на том же Донбассе за последний год. Так вот, это был вопрос, во-первых, где министр обороны, а во-вторых, что он может предложить для решения всей этой ситуации. Ну и вот он наконец-то проявился, выступил, провел совещание спустя 10 дней, правда, потому что операция вооруженных сил Украины в Курской области началась в ночь с 5 на 6 августа. Спустя 10 дней, 15 августа, Белоусов собрал своих генералов, вот что он им сказал. Он объявил, что он создает координационный совет по решению проблем, которые возникли в приграничных территориях России, в привоенных регионах, в том числе и в Курской области, координационный совет для решения всех этих проблем со своими заместителями. Уважаемые коллеги, добрый день. Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. В его состав вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, руководители субъектов Российской Федерации. Цель
повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территорий и населения регионов. Ну, понимаете, вот это даже не смешно. Вот вы можете посмотреть на лица вот этих всех людей, которые с ним в одной комнате совещания сидят, и у них такие выражения достаточно очевидные. Ну, какой тебе координационный совет со своими заместителями? Они у тебя в нескольких метрах по коридору сидят, ты можешь их в любой момент собрать. Ясно, что никакого плана по тому, как реагировать на всю эту ситуацию у Белоусова нет. Кстати, очень интересный сюжет о том, что там много денег, которые выделялись на строительство фортификационных сооружений в Курской области, были разворованы. Вот вы можете посмотреть об этом свежее видео на канале Татьяны Фельгенгауэр, где она обсуждает это с Ильей Шумановым из Transparency International, и вот они рассказывают конкретные факты о том, как все деньги в российской Минобороны на строительство фортификации в Курской области своровали. Но, короче говоря, у Белоусова никакого реального ответа на вот эти вызовы нет. Он ничего не смог сделать для того, чтобы решить базовые проблемы армии, для того, чтобы предотвратить успешное наступление вооруженных сил Украины в Курской области, защитить другие приграничные регионы. Вообще такое ощущение, что Белоусов как министр просто отсутствует. При этом проблемы накапливаются, денег становится все меньше для того, чтобы эту армию и войну финансировать. Вот мы видим цифры о том, что дефицит бюджета, например, в июле вырос в 1.5 раза. Недавно Путин подписал закон о том, чтобы пересмотреть в сторону увеличения общий дефицит федерального бюджета на этот год. И средства, которые остались в Российском фонде национального благосостояния, стремительно тают. Вот где Белоусов будет брать деньги на решение всех этих кричащих проблем армии, за эти 100 дней так и не стало понятней. Коррупция не исчезла, и в Минобороны при Белоусове появились только новые коррупционеры. Беспомощность российской армии становится все очевиднее, наступление на Харьковщине провалилось, зато Россия пропустила вот этот мощнейший неожиданный удар от ВСУ и потеряла огромные территории в Курской области, где возводятся уже фортификационные сооружения, то есть выбить украинцев оттуда будет реально непросто. Они начинают там окапываться. При этом никакого плана, как ответить на все эти вызовы, у Белоусова, очевидно, нет. Он всего лишь что смог сделать, это создать координационный совет вместе со своими заместителями. Ну, это даже не смешно. Вы знаете, я хочу сказать, что это и неплохо. И здесь многие, вот, например, я и Майкл Наки, мы активно обсуждали назначение Белоусова, когда оно случилось в мае месяце. Как раз прогноз был в том, что ничего у него не выйдет. Белоусов это никакой не носитель волшебной палочки, а очередной бессмысленный путинский функционер, путинская пустышка. Так оно и получается. Но я хотел вам напомнить про вот эти все массированные голоса самых разных так называемых экспертов, которые вам рассказывали, какой Белоусов классный профессионал, как он быстро победит коррупцию, как он произведет какой-то файн-тюнинг в российской армии, и она прям так завоюет, что все содрогнутся. Вот видите, вот слушайте людей, которые чуть лучше понимают всю эту ситуацию, видно уже, что путинское назначение Андрея Белоусова министром обороны произошло скорее от отчаяния. От того, что он не понимает, что делать с войной, которую не может выиграть. Он начал искать уже совсем случайных людей, максимально далеких от военного ведомства, потому что проблемы в российском Минобороны зашкаливающие и, как мы видим, нерешаемые. Ну и, конечно, пустышка Белоусов, который никогда ничем не руководил, кроме небольшого макроэкономического центра. Ничего не может с этим сделать. Выглядит максимально беспомощно. Вот все прогнозы, которые говорили о том, что у Белоусова ничего не выйдет, и он будет скорее клоунской фигурой, они абсолютно оправдались. Это и хорошо. Это хорошо, что так происходит. Это значит, что поражение Путина в войне с Украиной обретает реальные черты. Раз он не может решить базовые системные проблемы своей армии. Раз он назначает на ключевые посты импотентов клоунов. Это здорово. Это хорошие новости для Украины, для свободных россиян, для всего свободного мира.
Но вот здесь вот очень важно, чтобы вы не терялись в бушующем море всех этих самых разнообразных комментариев и мнений, потому что в целом я-то вот могу вынести для себя такой вывод, что когда Белоусова назначили, опять пошла эта идиотская волна. Ну Путин-то знает, что делает. Ну Белоусов классный профессионал. Ну Путин же не может быть таким идиотом, не может так ошибиться. Ну теперь, я думаю, по прошествии 3 месяцев довольно четко видно, что, во-первых, может. Во-вторых, все, собственно, получилось ровно так, например, как мы с Майклом Наки прогнозировали. Все негативные прогнозы по Белоусову сбываются. А вот вопрос о том, стоит ли слушать дальше тех комментаторов, которые рассказывали, какой классный Белоусов профессионал и как он быстро там победит коррупцию и наведет порядок в Минобороны, решайте сами. Результаты, по-моему, довольно очевидные. Никаких заметных новых действий, которые привели бы вот к каким-то положительным результатам для Путина, Белоусов Минобороны не совершил. Все действия на фронте скорее можно характеризовать как такой глобальный грандиозный провал. На фоне украинского наступления в Курской области от министра обороны мы видим и наблюдаем максимальную беспомощность. Так что делайте выводы. Вот мы здесь для вас некоторое время назад, вот собственно, когда это назначение состоялось, сделали видео про Белоусова. Справится ли он с обязанностями нового министра, чего от него ждать. Ну вот можете его пересмотреть и сделать свои выводы, и в том числе сделать выбор на будущее. Кого слушать о том, вот, что может происходить в ближайшее время в России, в российской армии, в российской власти, в российской экономике и обществе, в мире и так далее. Я, откровенно говоря, рад, что вот эта ситуация дает нам возможность так относительно легко померить, какие прогнозы по Белоусову сбылись, какие нет. По-моему, здесь картина очевидная. Ну и еще раз повторю, что это хорошая новость. Вот такой министр-импотент, который не может ничего, означает, что Путин потерпит поражение в войне с Украиной. Возможно, будет не так быстро, как нам бы всем хотелось, но дело к этому неминуемо идет. И назначение Белоусова все-таки, как мы видим сейчас по прошествии 100 дней, оно не было признаком силы. Что Путин точно знает, что он хочет сделать, и назначил профессионала для того, чтобы исправить проблему. Это говорит о том, что Путин мечется, у него отчаяние, он уже не знает, что такого изобрести, чтобы пофиксить свою неработающую армию. Ничего не выйдет, его ждет поражение. Это Владимир Милов, и мы продолжим здесь с вами анализировать разные важные вещи, которые происходят в России и в мире. Но вот на примере этого кейса с Андреем Белоусовым, я думаю, вы можете убедиться, что прогнозы, которые мы здесь даем, они сбываются. И ситуация, в общем, идет примерно в том направлении, как мы обсуждаем на нашем канале. Подписывайтесь, смотрите, здесь точно будет интересно.